Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Четвертьфинальный матч, матч между сборной Хорватии и сборной Бразилии. Напишите, друзья, в комментариях ваш прогноз на эту игру, интересно будет потом почитать и сверить с реальными результатами. Ну что же, команды на стадии 1-8 прошли абсолютно разный для себя путь. Хорваты играли против сенсационного соперника японцев и довели дело до серии пенальти, где уже обыграли японцев и вышли в четвертьфинал. Но бразильцы более-менее легче разобрались с азиатскими друзьями и обыграли Южную Корею со счетом 4-1. Вот мы видим атаку сборной Бразилии уже на первых минутах. Неймар открывает счет, и все ждали его возвращения в сборную, особенно после травмы, полученной в первом туре чемпионата мира. Вот он вернулся и на поле, и отметился результативным действием, гол забил с пенальти, правда, в ворота Южной Кореи. Вот, но это было в 1-8, а теперь вот у нас стадия четвертьфинала, и еще один забитый мяч забивает Лукас Пакета, и это были единственные моменты в этом матче. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До встречи, друзья, всем до свидания.